очень разная. Кто-то с музыкой связан, а кто-то совсем не связан. Но они приходят. Почему? Потому что вы доносите своим творчеством, своим искусством до сердец людей то, зачем мы идем. Эмоции. Музыка – это эмоции. Это переживание. И чем острее переживание, тем острее мы чувствуем музыку. Вот к вокалистам я особый поклон вообще, потому что инструмент, он, так сказать, в руках, но голос – это тончайший инструмент. И здесь вы вообще все гениальны, по моему мнению, потому что аппарат этот голосовой, инструмент – это, собственно говоря, с чего все началось, правда? Со слова и с голоса. Вот. Но мы, когда сидим в зале, мы все через себя пропуская, очень переживаем, очень как-то вот... Вот сейчас прозвучал номер, да? Россини? Да. Думаю, боже мой, как люди раньше объяснялись, как у них это все было, так сказать, в языке музыки. Очень сложные. Старые мастера очень сложные. Вот девочка играла Баха тоже. И обратила внимание, что легче играть даже уже романтиков, Рахманинова, нежели простого, скажем, ну не простое, а Скарлатти. Будем говорить вот так. Вот я чувствую, что про старых мастеров могу сказать, что научились играть, выучили репертуар, ну и играйте. Играйте, доносите. Ведь тот же Бах, живой человек был, у него такие же эмоции были. Радости, грусти, печали. Но богатырь, музыкальный, конечно, пласт богатырский. Вот. Мне очень так хочется слышать на концертах, когда садятся играть старых мастеров, и они буквально вот жизненные, вот эти произведения. А я слышу немножечко пергаментную бумажку такую, вот текст мы исполнили, эмоции чуть-чуть дали, даже не совсем тех, которые... Ну, в общем, это философия. Ладно, это меня куда-то повело. Вот, огромное спасибо всем вам, потому что мы ходим на вас, ходим уже за вами, обратите внимание. Вот, и поэтому мы счастливы, что у нас есть такая возможность вдохнуть вот это состояние, понимаете? Иногда пойдешь в консерваторию, во-первых, она дорогая ночь, а во-вторых, как-то выходишь и ну, думаешь, вот большие мастера выступают, а что тут я вышла и как-то ни одной мурашки у меня не прошло. Когда я попадаю в вашу атмосферу, у меня здесь и мурашки. Все есть. То есть я чувствую, что я в этом процессе. И кто виноват? Вы виноваты. Вы заставляете нас, зрителей, вот так быть с вами абсолютно на одной волне. И более того скажу, вы нас делаете музыкантами. Мы, так сказать, вот приходим, просто вы думаете, что вот сели, послушали, ушли, ничего подобного. Мы становимся на этих мероприятиях, на концертах музыкантами. Нам хочется почитать что-то, нам хочется портрет увидеть, нам хочется послушать, сравнить, допустим, игру одного пианиста и другого пианиста. Так что, ну, низкий вам зрительский поклон. Спасибо. Спасибо. Если позволите, один короткий маленький комплимент. Музыкальный. Он будет очень короткий. Но я не профессионал.